Глядя на эту энергичную актрису с лучезарной улыбкой, кажется, что все в ее биографии складывается как нельзя лучше. На самом деле в ее личной жизни до поры до времени не все было гладко, пока она не познакомилась с мужчиной, ставшим вторым мужем Ноны Гришаевой. Нона всегда притягивала внимание парней своим оптимизмом, жизнерадостью и обаянием. Одним из них оказался сокурсник Гришаевой. По Щукинскому училищу Антон Диров. Они поженились практически сразу после окончания вуза, но личная жизнь Ноны Гришаевой не задалась. Муж оказался не готовым к семейной жизни и не смог стать надежной поддержкой и опорой для столь любимой женщины. Творческая биография Ноны Гришаевой в тот период была на взлете. Она много играла, в театре снималась и продолжала работать даже на последних сроках беременности. А вот личная жизнь начинающей актрисы не клеилась. И даже рождение дочки не только не исправило ситуацию, но только усложнило жизнь молодой семьи. Муж Ноны Гришаевой мало того, что злоупотреблял алкоголем, но и совершенно не занимался ребенком, поэтому актрисе пришлось вызывать из Одессы маму. В то время у Ноны совершенно не было времени. Она была востребована и в театре, и в кино. В молодости на первом месте для меня стояла карьера. Я буквально жила своим творчеством. От Антона не было никакого толка. Он так и не выполнил свой отцовский долг, вспоминает Гришаева. Прожив с первым мужем 7 лет, Нона решилась с ним развестись. Она очень переживала, что дочка будет тяжело переживать развод родителей, но поскольку Настя очень редко видела отца и фактически его не знала, проводя все время с бабушкой, это далеко не самое приятное событие личной жизни прошло для нее почти безболезненно. После развода в личной жизни Ноны Гришаевой был еще один брак гражданский, а ее избранником оказался весьма состоятельный человек, бизнесмен, имени которого актриса называть не хочет. С ним она ни в чем не нуждалась, гражданский муж актрисы делал ей дорогие подарки, заботился, но однажды Нона узнала, что она не единственная женщина в его жизни, а соперницей оказалась лучшая подруга. Предательство близких людей привело Гришаеву к нервному срыву, и избавиться от последствий которого без вмешательства медицины не удалось. Позже Нона смогла простить обоих и сохранить веру в людей и, конечно же, настоящую любовь. Познакомившись с Александром Нестеровым, она и не думала, что когда-нибудь актер, который на 12 лет ее моложе, будет ее мужем. Тем более, что после всего пережитого Нона Гришаева больше не собиралась замуж. Саша стал ее близким другом, с которым она могла поделиться любыми переживаниями. Познакомились они благодаря дочери Ноны Гришаевой на спектакле, поставленном для детей к Новому году, в котором играл Александр. Я пришла с ней на детский спектакль, где Саша исполнял роль медвежонка. И там мы познакомились, потом стали просто общаться. Саша был моим другом довольно долго, рассказывает актриса. Дружеское общение со временем переросло в романтические отношения, но актриса долго боялась признаваться себе, что потеряла голову от Александра, который очень красиво ухаживал за ней, делая приятные сюрпризы и заваливая при этом цветами. Спустя несколько месяцев Нестеров преподнес Ноне кольцо и предложил пожениться. Все это выглядело настолько трогательно, что актриса расплакалась. Свадьбу они решили сыграть в Праге, в старинной ратуше, чтобы это торжество запомнилось обоим, как прекрасная сказка. А поженились мы в Праге. Очень уж хотелось, чтобы свадьба была незабываемой. Так и вышло, стояла прекрасная погода. Мы ехали по городу в карете, и прохожие махали нам вслед, вспоминает актриса. Несмотря на молодость, муж Ноны Гришаевой стал настоящим главой семьи и прекрасным отцом для ее дочки от первого брака. В 2007 году родился второй из детей Ноны Гришаевой, сын Илья. Став частью личной жизни Ноны Гришаевой, Александр взвалил на свои плечи основную долю ее обязанностей. Сейчас он делает все, чтобы у жены была возможность строить свою карьеру. По словам мужа Ноны Гришаевой, они давно уже не ощущают разницы в возрасте. «Инфантилизм Ноны и мое раннее взросление помогли сгладить разницу в возрасте», — говорит Нестеров. Учитывая специфику профессии супруги, Александр не ревнует ее к коллегам и смог простить супругу после того, как вокруг имени актрисы поднялась волна слухов о ее романе с партнером по антипрезному спектаклю Дмитрием Исаевым.
По сюжету они играли влюбленную пару, и так вышло, что отношения между Ноной и Дмитрием продолжились и вне сцены. К счастью, муж актрисы проявил житейскую мудрость и не стал заострять внимание на этом событии. Поэтому личная жизнь Ноны Гришаевой не пострадала, и семью удалось сохранить, хотя Александру пришлось серьезно поговорить с женой. Сейчас они к этой теме не возвращаются и даже не думают о разводе. Собственно, во втором браке актрисе удалось найти золотую середину в отношениях к мужу и детям и карьере, несмотря на то, что с ее невероятной занятостью сделать это непросто. Дети Ноны Гришаевой чувствуют заботу мамы, хотя ей приходится часто пропадать на работе, ведь сейчас Гришаева не просто актриса, но и руководитель Московского областного театра юного зрителя. Кроме того, есть проекты, в которых дети Ноны Гришаевой участвуют вместе с мамой, и это сближает их еще больше, а сама Нона получает от этого огромное удовольствие, несмотря на то, что разница в возрасте у Ильи и Анастасии составляет 10 лет, они прекрасно ладят между собой, при этом находят общий интерес. Когда дочь Ноны Гришаевой училась в Лондоне, они постоянно находились на связи. После окончания художественной школы Анастасия поступила в Кембриджский колледж, а затем на факультет иллюстрации и графики Лондонского университета. Нона тяжело переживала разлуку с Настей, пока та училась в Англии, но она старалась не поддаваться эмоциям. К тому же современные технологии позволяли ей быть постоянно на связи с любимой дочерью. У Ильи тоже немало творческих наклонностей, сын актрисы любит рисовать, учится играть на саксофоне. Сейчас семья актрисы живет в загородном доме. Это было давней мечтой Ноны Гришаевой. Роскошный трехэтажный особняк в Новой Москве семья актрисы приобрела, продав квартиру в центре города. Но этих денег было недостаточно, и актрисе пришлось упорно работать, чтобы покрыть разницу. До этого в течение нескольких лет они снимали дом в Одессе, а теперь появилась возможность приобрести собственный. Загородная жизнь – это такое счастье, когда твои дети дышат свежим воздухом, проводят время не на диване с гаджетом, а в активных играх. Кроме того, для Ильи нашлась абсолютно потрясающая школа рядом с нашим домом, делится актриса. Александр активно участвует в воспитании сына и дочери. По словам Ноны Гришаевой, несмотря на возраст, у него очень развит инстинкт отцовства. Актриса родом из Одессы, где она родилась летом 71 года. Профессии ее родители не имели отношения к искусству. Отец работал механиком на сухогрузе. Мама была сначала инженером, а потом учителем. А вот среди предков по материнской линии актрисы значились оперные певцы, хотя и не имевшие большой известности, но выступавшие на сцене Ла Скала. Нона Валентиновна, видимо, своими талантами оказалась в них и с детства проявляла явные актерские способности, заметные невооруженным взглядом. Кинематографическая биография Ноны Гришаевой началась очень рано. В 5 лет она попала на съемочную площадку фильма «Фотографии на стене», в котором сыграла первую в своей жизни кинороль, а спустя еще 5 лет дебютировала на сцене Одесского театра оперетты и сразу в главной роли. Нона упросила маму отдать ее в детскую театральную студию при театре Мускомедии, а после школы, мечтая связать свою биографию со сценой, она поехала в Москву, где без труда поступила в театральное училище имени Щукина. Однако студенткой прославленного вуза Гришаева тогда так и не стала. Мама, побоявшаяся оставлять дочь в столице, настояла на том, чтобы та вернулась в родную Одессу. Там Нона поступила на вокальное отделение музучилища, с которым на гастролях в Москве выступила на сцене театра Виктюка в постановке «Принцесса на горошине». И уже следующим летом начинающая актриса снова подала документы в Щуку. Она приложила немало усилий, чтобы уговорить родителей, согласившихся наконец-таки отпустить дочь в Москву. Приемная комиссия, запомнившая талантливую одесситку, сразу зачислила ее на третий курс. Студенческие годы, совпавшие с ее перестроечным временем, были нелегкими и голодными. Спасали мамины посылки, которые, правда, очень быстро заканчивались. Несмотря на все трудности, о своих студенческих годах актриса вспоминает как об одних из самых счастливых. «Это были самые прекрасные годы в моей жизни. Студенты часто не ценят это время. Они не понимают, что только в училище есть возможность играть. То, что ты хочешь, больше в жизни этого не будет», считает Нона Валентиновна. Чтобы как-то продержаться, Нона начала работать. Ей повезло. Она попала в популярный
юмористическое шоу «Обана», в котором не только получила профессиональный опыт, но и оказалась в поле зрения других телережиссеров, от которых стали приходить интересные предложения о сотрудничестве. После окончания вуза Гришаева пришла в театр имени Вахтангова, хотя у нее были приглашения и из других театров, несмотря на то, что ролей у нее было предостаточно, той, которая принесла бы ей настоящий успех. Гришаевой пришлось ждать целых 10 лет, и ей стала главная роль в спектакле «Мадемуазель Нетуш». Также в тот период актриса начала активно сниматься. Это были телесериалы и полнометражные фильмы, а также телевизионные шоу. 2004 год стал знаковым. В судьбе актрисы она получила премии газеты «Московский комсомолец», а в следующем – звание «Заслуженные артистки Российской Федерации». Сейчас Нонна Гришаева не только актриса, но и руководитель московского ТЮЗа. Эту должность она заняла в 2014 году.